Всем доброго дня, прекрасного осеннего. Смотрите, какая красота. Ребята на монтаже, а у меня Урал вот в этой помещении, в заточении. У нас недавно мы рассказывали про хлебницу, да? И меня завалили прям шквалом. Почему вы не делаете 3 метра, 4 метра? Это вот каждый второй. Объясняю. Мы сначала, прежде чем что-то сделать, мы смотрим за всеми. Рассматриваем и делаем потом только. И делаем лучше всех. Если вы делаете 3 метра, вот это место, 3-метровое, которое, она вот, она провисает. То есть есть вероятность, что может ее зимой снегом разорить. Почему? Например, мы можем сделать, конечно, 3 метров, но без каких-либо гарантий, потому что ее продавит, потом она будет друг о дружку задевать вот в этом месте, да? И так далее. Но тут проблема в другом. Многие производители тепличники на сегодняшний момент из-за того, что произошло в стране с трубой, да, с стоимостью трубы, не могут себе позволить, например, мы можем сделать его из 1,5 мм 20 на 20, потому что мы единственные, кто ее покупает. Но все в основном работают 0,7, 0,8, 0,9, 1 мм максимум. Поэтому, потому что если они будут применять там 1,2, 1,5, 2 мм, как 10 лет назад, они не смогут продать, то есть у них никто не купит. Если даже делать с такими толщинами, нужно делать соответствующее с качеством, соответствующим, чтобы продать по такой цене, что мы и делаем. Многие не понимают, даже северяне нас не понимают наших цен. Я вот это даже логикой понять не могу, как бы. Но мы это делаем качественный продукт. Смотрите, какая у меня хлебница над компостной ямой. Раз, два отделения. Два. Ух, сколько их там животных летает. Как вам наша компостная яма по спецзаказу? Красота. Ничего не летает. Закрыто. Ни дождь, ни снег не страшен. Закрытая компостная яма. Также здесь еще можно посадить баклажанчики или патиссоны. В общем, что-то Наталья Алексеевна садила и выращивала в этой компостной яме. Смотрите, как прекрасно, да? А за забором у нас лес. Выходишь, красота. Птички поют.